5 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Челябинской области. COVID-19 сразил уже 50 южноуральцев. 13 человек успешно прошли лечение, их выписали, остальные находятся под наблюдением медиков. Итак, сейчас госпитализировано 37 жителей региона, 13 пациентов находятся в больницах в Челябинске, в Кизильском районе врачи спасают 6 человек. В Магнитогорске помощь оказывают 7 заболевшим, в Бредах к докторам попали 4 южноуральца. В Верхнеуральске сейчас в больничных палатах остаются 2 пациента, по одному зараженному COVID-19 в Миассе, Аше и Сосновском районе. И, наконец, в Снежинске лечат 2 жителей области. Уточню, все пациенты находятся в инфекционных отделениях городских больниц и в изолированных боксах, люди получают все необходимое лечение.